аэропорт Домодедово. Все как обычно, все без изменений. Только очень много народа. Это начало июля. Очень много людей. До этого я показывала внутри, было очень много народа, снаружи теперь. Очень жарко внутри, в аэропорту очень жарко, что люди прохлаждаются на улице. Такая обстановочка стоит. Все хотят в отпуск, в теплые края. А мы, как обычно, здесь на платформе Аэроэкспресс ждем наш Аэроэкспресс Домодедово-Павелецкий. Так, все тот же знакомый поезд красненький, Аэроэкспресс. Ждем. Вот он прибывает на станцию Домодедово аэропорт. Сейчас посмотрим, изменился он внутри или нет. Народ загружается. Все выглядит точно так же. Было зимой, ничего не изменилось. Такой же вагон, такие же сиденья. Не знаю, только билеты изменилось, цена или нет, не помню. 320 рублей в один конец.